пожалуйста. Во-первых, мы очень рады, потому что каждый из вас благополучие здесь, и никого не держат там на границе где-то, а никого не держат где-то в поликлинике или еще в каких-то там заведениях. А все мы можем быть здесь и поклоняться Господу тому, который дает нам это благополучие. Я думаю, что если бы не были ни в больнице, ни за границей, то у вас также есть повод благодарить Господа за дождь, который сделал нам свежую погоду, и, наверное, все будет красиво. А после дождя позеленеет из желтизны, а что там? И это снова повод быть благодарными Господу, который знает, когда и что давать, и как давать. Он знает все наперед. И это метод его испытаний. Останемся ли мы верными ему? Или начнем роптать, как мы имеем множество таких примеров разных людей из Писания, за которыми он просил нас не следовать, а наоборот, быть благодарным. Потому, если ваше сердце закрадывалось, там, ну, слишком жарко, невыносимо жарко, что мы будем делать, а что мы будем кушать, не думаю, что за это нужно переживать, поскольку Бог в своей мудрости, это его обязанность обеспечить нашу спину одеждой и пропитать нас пищей. Все остальное это наши прихоти, но эти две вещи он обещал позаботиться о каждом из нас. Дать нам достаточно работы, или зарплаты, или чего-то еще, чтобы мы имели одежду и имели пищу. И он сравнивает нас с лилиями. Видели вы, как куда садят лилию? В грязь. Из вот этой грязи, темной, скажем, неприятной на взгляд, даже, может быть, на запах. Какой цветок вырастает? Красивый. Белый. Нисколько серого там. Нисколько другого цвета. Самое прекрасное растение. С чем уподабливает Бог лилию? И цари так не одеваются, как Бог одевает лилию. Нам остается быть благодарными и доверять Господу. Тому, которого нет подобного, нет другого такого Бога во всей вселенной, который мог бы делать такие прекрасные вещи. Я попрошу вас продолжать молиться за тех, кого нет среди нас, а также за тех, которые живут в нашем районе, и мы их не видим среди нас. Может быть, они заболели, может быть, они чувствуют себя слабо или еще как-то, чтобы Бог побудил в них желание также быть частью этого организма. Скажите, когда вот у Алекса нет каких-то пальцев, это доставляет тебе какие-то неудобства? Когда нет этого пальца, ты хотел бы взять вот так, но ты не можешь взять вот так, как все. Это доставляло, когда только их отрезали, не верил, было очень как не было. Но потом привыкся. Молитва. Потому что по-другому ты сходишь с ума. Как? Так что? Да. Ну, вот когда чего-то не хватает нам, мы должны напрячь те других пальцы для того, чтобы они могли выполнять роль тех, которые отсутствуют. Я вот думаю, что я добавлю к этому, что я старался как молитва раз и потом заниматься. Угу. Заниматься, чтобы тело не расслаблялось, да. Да. Дух давал мне силы. Вот. И потом этой пальцы подтягивался и скажу, что сейчас совсем по-другому. Даже то, что их нет, конечно, не советую никому. Вот. То есть с помощью Божьей силы, Духа Божьего, восполняется остальные нужды. Подрастает, подтягивается. Я слыхал, что подозрение есть у Светланы. Она приходила к нам по четвергам, сидела там на заднем ряду. Подозрение на коронавирус у ее сестры, у кого-то еще, я не знаю,
были они в общении, или как, кто заразился раньше, кто позже. Но это причина для нас молиться за нее, для того, чтобы Бог сохранил ее, и чтобы она заняла свое место, чтобы оно не пустовало, потому что нам нужно будет раздать в два раза больше трактатов вместо нее, или за нее, когда ее нету. Или больше будем свидетельствовать тем, кому она могла бы свидетельствовать. Если даже и вы пойдете им свидетельствовать, они скажут: мы вас не знаем, вы для меня новый человек, а вот я бы послушал ее, потому что я ее знаю, я живу с ней рядом. Или там, мы долгое время работали вместе, или еще как-то. За тех, которые болеют, может быть, разными болезнями. Я сегодня не вижу и Паши почему-то. В четверг он жаловался, что желудок у него был, там проблемы какие-то. Доехал он до дома благополучно? Did you arrive home Thursday well? Yeah. Didn't throw up nothing? Not in the car. Также за брата Пола, документы которого по-прежнему еще в отделе миграции. Никакого документа я еще не видел, живого или так, настоящего. Поэтому молитесь, чтобы на этой неделе, как обещали во вторник, мы могли получить документы и отослать ему, для того, чтобы он мог двигаться в нашу сторону. Он хотел бы до 20 октября прилететь. Как будут билеты и как будут документы, все вот это зависит от многих вопросительных знаков. Давайте мы встанем для молитвы. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за милостью над нами, за возможность снова обращаться к Тебе в этот прекрасный день, тогда, когда Ты отделил его для поклонения Тебе. Благослови каждого из нас ободриться Духом для служения Тебе, чтобы наша неделя была посвящена Тебе, чтобы на Твоем лице вызвала эту улыбку. Благослови брата Пола и его приезд, все документы, билеты необходимые. Также те, которые болеют, благослови здоровьем, силами для того, чтобы они могли победить болезнь и продолжать доверять Тебе, продолжать славить Тебя за то, что Ты даешь им эту привилегию. Молимся за тех, которые получали какое-то свидетельство, за те трактаты розданные, за книжки розданные. Благослови тех людей, которые прочтут их, и разбуди в них вот это желание быть Тебе угодными, ждать Твоего пришествия и прославлять Тебя в своей жизни. Достойного Бога, во имя Иисуса Христа, молимся. Аминь. Пожалуйста, брат Жолский. Карте Ама, Шипой, Фи, Фимо Кутек, Фи, Осута Обзейч. Ca o tață întâi în împărăția Lui Dumnezeu, 180. Amin. Și noi vom cântăm această două. Yeah.
40 в дом мой есть адапоз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Радость душу наполняет, и большой рекой течет, когда дух не совершает каменной перевал. Yeah.
тюханы. Номер 82. Иисус мне больше, чем бессмертный. Он радость, жизнь моя. Когда меня он не держал, не устоял бы я. Тревожный час, отец и мать, не могут нас так утешать. Одна из служанок первосвященника. И когда увидела Петра греющегося,
взглянула на него и сказала: «И ты тоже был с Иисусом из Назарета». Но он отрекся, говоря: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел в притвор и запел петух. И служанка увидела его опять и начала говорить тем, кто стояли рядом: «Это один из них». И он опять отрекся от этого. И немного спустя те, что стояли рядом, опять сказали Петру: «Точно, ты один из них, ибо ты галилеянин, и речь твоя согласуется с этим». Но они начали ругаться и клясться, говоря: «Не знаю этого человека, о котором вы говорите». И во второй раз запел петух, и вспомнил Петр слово, которое сказал ему Иисус: «Прежде чем пропоет петух дважды, ты отречешься от меня трижды». И когда подумал об этом, заплакал. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за пример Петра, за те уроки, которые можем извлечь из жизни этого вспыльчивого и непоседливого, такого быстрого, необдумывающего о событиях человека, чтобы нам не следовать этим примерам. Благослови каждого из нас вниманием и желанием исправить свой характер на тот, который Ты желаешь иметь в нас и использовать для себя, а прославляя Тебя. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Итак, мы снова возвращаемся к нашему герою, о котором мы знаем первое, что происходит за день до этого. И мы находим штрихи за штрихами, описываемые у Марка события, которые говорят нам, что привело Петра к этому состоянию. Во-первых, я хотел бы вернуться с вами в 14 главу, посмотрите на 29 стих. «Но Петр сказал ему: „Даже если все приткнутся, но не я“». И чуть дальше мы читаем: «Иисус говорил ему: „Истину говорю тебе, что сегодня уже эту ночь, прежде чем пропоет петух дважды, ты трижды отречешься от меня трижды“. Но он говорил еще более неистово: „Если мне придется умереть с тобой, я никоим образом не отрекусь от тебя“. Подобно говорили и все они». Вот самоуверенность, которая начинается воспитываться со школьной скамьи. И если вы посмотрите на то здание, в котором вы учились, вспоминаете ту школу, в которой вы учились? Наверное, что она выглядела или буквой «П», да, или, может быть, еще вот так вот, аж по кругу, да? Вот таким же двором был двор Каяфы, где стены были вокруг, и был единственный вход в этот двор. Двор не был накрытый, где находится Иисус. И в этот двор пытается попасть Петр и Иоанн, который знаком с первосвященником, помогает ему туда зайти. Посмотрите в Марка 54 стих 14 главы. «Петр следовал за ним издали, даже во дворец первосвященника, и он сел со слугами и грелся у огня». До этого мы знаем, что есть еще одно событие, которое также не придает плюсов Петру, а одни минусы, что он проспал молитвенное служение. И все это будет для того, чтобы слова Иисуса, которые он говорит в 29 стихе, 27 стихе, и это пророчество из Закарии 13 главы, 7 стих: «Поражу пастыря и рассеются овцы», сбылись в точности над Петром и сбудутся в точности над нами, если мы не будем прислушиваться к словам того, который знает все наперед с самого начала, когда мы не будем следовать его инструкциям быть бодрыми и не впадать в искушение, и когда мы будем
в окружении неправильных друзей. Я теперь хотел бы представить, чтобы каждый себе представил школу, в которой он учился, или производство, в котором вы работали, где также без того, чтобы подумать, вы давали ответ не в попад, как делает здесь Петр. Если бы у Петра было, скажем, время минут 40, допустим, он бы мог остановиться и подумать. Да, вчера вечером я говорил с учителем, почему-то он мне сказал эти слова. Мне стоит взять их в распоряжение. И тогда, когда он оказался во дворе, он бы мог совершенно другой ответ дать. Но поскольку серия событий говорит нам о том, что Петр не послушался учителя и стоял на своем, желая защитить или те слова, которые он сказал, мы находим, что, между прочим, он не отрезает ухо раба, который не имеет меча, который не вооружен. Петр не нападает на римского воина и даже на солдата, у которого есть дубинка, а нападает на слугу, у которого нет оружия, или отрезает ему ухо. Мы находим вот этот результат, что ты трижды отречешься от меня. Я хотел бы вместе с вами почитать еще из Луки 22 главы. Посмотрите на 31 стих, что просит Иисус о Симоне Петре. И когда Господь говорит чье-то имя дважды, вспоминаете ли вы какой-то другой пример, где Иисус говорил дважды чье-то имя? Марфа, Марфа. Помните? В этом случае Симон, Симон. В другом случае, понимаете, не понимаете? Это будет вам хороший повод почитать Писание и заметить это. Это никогда не на пользу этого человека. Смотрите в этом случае. И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана желал получить тебя, чтобы просеять тебя как пшеницу. Но я молился за тебя, чтобы не истощилась вера твоя. Тогда ты обратишься, укрепи братьев твоих. Симон является прообразом каждого из нас. Когда мы, не подумав, не пободрствовав, дали какой-то ответ, и о котором впоследствии горько плакали или сильно жалели. Вот это то, что происходит с Петром в этом случае. И если оно произошло с Петром, оно должно научить каждого из нас не быть опрометчивыми, не выпаливать, не подумав что-то, чтобы потом не жалеть об этом. 66 стих говорит: «И когда Петр был внизу во дворце, приходит одна из служанок, а первосвященника». Мы находим, что эта женщина отвечала за то, чтобы открывать и закрывать дверь. Сегодня есть много таких, которые стоят возле двери с градусниками, там еще с чем-то там. И будто вас пропустят на базар, будто не пропустят на базар. Это зависит от того, есть у вас маска, есть у вас температура, есть у вас что у вас там есть. Но мы знаем, что вот такая незавидная женщина делает ненужную для Петра рекламу, которая выставляет его в свете не очень благополучно. Он желал бы проявить свою любовь, проявить свою верность, проявить привязанность к своему учителю. Но в этот момент по первому необдуманному слову и два других, наверное, были, было время для размышлений, было время для того, чтобы поменять
первое мнение, но он этого не думает делать, поскольку он держится за свое, за то, что принадлежит ему. И из повествования мы уже знаем, что с 6 часа до 12 часа Иисус проводит время с учениками в верхней комнате, после чего удаляется на молитву, где приходит Иуда с всем войском и первосвященниками для того, чтобы взять его. До 3 часа, посмотрите в 15 главу, 25 стих. «И был 3 час, и распяли его». То есть в 9 часов утра это Иисус был распят. До 3 часа петух уже пропел, решение было принято, Петр уже прошел вот этот период, скажем, отречения и понял, что в этот раз снова он виноват. 67 стих. «И когда увидела Петра греющегося, взглянула на него и сказала: „Ты тоже был с Иисусом из Назарета“». Что было бы, если бы вот эти 2 часа, сколько Иисуса осуждают несправедливо? Мы много говорили в прошлый раз о том, насколько это было несправедливо. Иисус не стесняется и говорит ответы напрямую. Он не сказал, что «я, ну разрешите, я вам объясню, кто я». Он сказал, что «я тот, которого вы увидите, сходящего на облаке». Чуть выше посмотрите на этот стишок, 62-й. «Я, и вы увидите Сына Человеческого, сходящего по правую руку силы и идущего в облаках небесных». Мы говорили, что это 7 глава книги Даниила, 13-14 стихи, 110 псалом, 1 стих, который говорит нам о той верховной власти Господа, которой придет судить справедливо тех, которые теперь осуждают его несправедливо. И вот эти 2 часа, когда Иисус защищается перед этим судом, Петр, он страшится и отходит от Господа вдалеке, написано. И это было причиной того, что последует позже с Петром. Если бы Петр стал рядом с Иисусом и защищал его, и был ближе к Иисусу, я думаю, что весь ход истории отречения был бы противоположным. Вот и нам сегодня как бы урок. Если мы с самого утра не зарядим себя Божьим Словом, правильными мыслями, правильными целями, в школе, на работе, в троллейбусе, на базаре, нас, возможно, спросят: «А, этот что-то не как все. Он...» Они не говорят христианин, они не говорят, они говорят там, как они знают. И мы скажем: «Не, первый раз слышу, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, я сам меня покой». А посмотрите на 68 стих. «Но он отрекся, говоря: „Не знаю и не понимаю, что ты говоришь“, и вышел в притвор и запел петух». Вот этот петух запел о том, чтобы предупредить Петра. И следующие 2 раза Петр, чтобы поменял свое мнение. Мы читали уже в Евангелии от Луки, что вера Петра не должна была просесть или прогнуться, или оставить его. И вот эта вера, которая была в Петре, которая дает ему силы встать снова и посмотреть на Иисуса, и почерпнуть в нем силу для того, чтобы в день Пятидесятницы этот Петр мог привести к Господу 3000 душ
И впоследствии мы находим еще 5 и еще 8, а и тысячи измененных душ придут к Господу благодаря вот этому падению Петра в этом дворе первосвященника, который, наверное, что были двухэтажные дома в форме квадрата, где был посредине двор, в котором судили несправедливо Иисуса. И посмотрите на 69 стих. Эта же служанка, увидев его опять, начала говорить уже не с Петром, она говорит, а говорит с теми, которые находятся во дворе, что стояли рядом. Это один из них. Если вы перевернете в Евангелие от Луки, то 56 стих говорит, но некая служанка, увидев его, когда он сидел у огня, пристально посмотрела на него. То есть, чтобы не обмануться, чтобы не сказать наверняка, чтобы не оказаться виноватой, она пристально его разглядывает. И сказала, этот человек был с ним. Посмотрите, насколько утвердительно это слово. И мы знаем, что Петр не желает согласиться с этим. И если мы посмотрим, или сравним ответы, которые описывает нам евангелист Лука и евангелист Марк, мы, наверное, увидим, что тут вопросы не всегда одинаковые задаются, а поскольку ответы не сходятся. А посмотрите на ответ. Иоанн отрекся от него, говоря, женщина, я не знаю его. Наверное, тут был другой вопрос. И посмотрите на следующий, 58 стих 22 главы Луки. И спустя малое время другой увидел его и сказал, ты также из них. И Петр сказал, человек, я нет. И около одного часа времени, спустя другой, уверенно утверждал, говоря, поистине, и этот человек был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал, человек, я не знаю, что ты говоришь. И тотчас, пока он еще говорил, запел петух. Вот это история обдуманного, или, скажем так, неправильных мыслей, неправильного результата жизни Петра освещается нам евангелистом Марком, Лукой, Матфеем, для того, чтобы показать, что самоуверенность не приводит к хорошим результатам. А надежда на Господа или приближение к Господу, вот что служит добрым примером для каждого из нас. Но благодаря молитве Иисуса и благодаря просьбе того, чтобы не оскудела вера твоя, Иисус проводит Петра через подобное событие, сказал об этом заранее Петру. Мы знаем, что Петр в корне отличался от Иуды, которого Иисус не позвал и не сказал, я просил о твоей вере, чтобы она не оскудела. Что мы находим, случилось с Петром. И мы знаем разные ответы разных людей. Когда мы смотрим на Петра, мы видим в нем пример для нашего подражания, что жизнь христианина, ей свойственны падения. В этой грешной храмине живет плотской дух, который всегда тянет нас от Бога, чтобы мы следовали поодаль. Посмотрите, если вы в Евангелии от Луки, 54 стих, конец. И Петр следовал поодаль. Было расстояние между Петром и Иисусом. И вот эта поода заставляла Петра сказать то, что он Иисуса не знает, не видел, не имеет ничего с ним общего. А тогда, когда мы поодаль от Божьих советов,
поодаль от молитвы к Богу, поодаль от служения, от свидетельства, от общения, тогда вызывает в нас вот это самоправедный дух, он снова поднимается. Благо, что тогда не был написан Новый Завет. Петр не мог читать 7 главу Римлянам, которую можем читать сегодня мы. Он не мог читать Галатам 5 главу, где описываются дар Духа Святого, который как гроздь, одно целое, должен присутствовать в каждом христианине. Но у Петра есть большее благо. У него было предсказание Иисуса о том, что вы отречетесь от меня. И Петр этому не поверил. Желая взять все в свои руки, он в 14 главе Марка написано, говорил еще более неистово, что если мне придется умереть с тобой, я никоим образом не отрекусь от тебя. Эти же слова, которые были за вечер до этого произнесены Петром, а теперь он горько плачет от того, что он их произносил, потому что практика говорит обратное. И смотря на этот пример, я хотел бы призвать каждого из вас с сегодняшнего дня, если вы еще не утвердили для себя это правило, найдите время для себя удобное, чтобы вам прислушиваться к тому, что говорит Господь. Мы говорили с вами, что хорошо читать по одной главе притч каждый день, где Соломон приготовил для нас множество советов, как вести жизнь, угодную Господу, чего стеречься и к чему прилепляться. И мы говорили в четверг из 4 главы книги притч, 23 стих. Кто помнит наизусть? Я знаю, что Марьяна должна помнить. 4 глава, 23 стих. Паша говорил наизусть его. Запомнил? Запомнил? Не, подсказки не идут. Больше всего хранимого храни сердце твое. Почему? Ибо из него источники жизни. Источники жизни могут быть в том сердце, которое наполнено Божьим Словом. И если там не Божье Слово, это сердце будет источником совершенно других направлений. Мы читали об этом в воскресной школе несколько стихов. А тут нечестивый, который темнота, которые не знают, куда идут, которые спотыкаются, а которые нет света перед ними. Потому, тогда, когда мы смотрим на этого Петра, мы видим, что Петр был тем, который показывает нам негативный пример для того, чтобы мы могли научиться и не страшиться за свою жизнь, а доверяться Господу в том, где Он желает, чтобы наш путь прошел в следовании за Ним, для того, чтобы Он мог использовать нашу жизнь для расширения своего царствия и для возвещения многим другим людям о спасительной вести, о благости Божьей. Этим не заканчивается жизнь Петра. Я думаю, что теперь стоит нам перевернуть в 21 главу Евангелия от Иоанна, где мы находим восстановление Петра. И это 15 стих. Когда они пообедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, чем эти?» Он говорит ему: «Так, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». Он говорит ему: «Паси ягнят моих». Я думаю, что вы теперь можете вспомнить нечто положительное о Петре. Помните, что Петр был одним из тех, кто
пожелал пойти по воде к Иисусу. Несмотря на бурю и на шторм, он выходит из лодки в воду. А другим, скажем, событием положительного действия Петра, когда он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого!» А когда Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди, мы можем найти другие положительные черты в Петре, но это говорит о том, что Иисус, зная о всем том прошлом, он желает восстановить Петра и говорит ему с поручением: «Паси ягнят моих». Ягнята нужна мелкая или нежная трава, которая помогает им вырасти. Вот эта зеленая пища, которая Петр, когда станет писать свое послание, в первом послании Петра, он напишет во втором стихе второй главы: «Как новорожденные младенцы, жаждите искреннего словесного молока, чтобы нам от него возрастать. А если только вы вкусили, что Господь благ». А для ягнят нужна нежная пища. Они не могут пережевывать большие куски твердой пищи. Им нужно молоко. И потому для Петра дается это поручение. Те, которые только родились, только обратились, для них нужно молоко. И ты можешь напитать их этим молоком. Посмотрите дальше. Иисус продолжает в 16 стихе 21 главы Иоанна говорить с Петром: «Как трижды Петр отрекся от Иисуса, так трижды Иисус желает восстановить все стороны или все грани служения Петра». И он говорит ему опять, во второй раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Он говорит ему: «Так, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». Он говорит ему: «Паси овец моих». В этот раз мы знаем, что Иисус не пришел к Петру, когда он был раздраженный, когда он не имел покоя в сердце. Мы находим, что он приходит тогда, когда, смотрите, это уже третий раз, что Иисус явил себя ученикам своим после того, как воскрес из мертвых. А Петр уже как бы восстановился. Кроме того, Иисус приготовил им обед. Думаете ли вы, что в этом обеде было мало соли или много соли, или была пережаренная рыба, или недожаренная рыба? Я думаю, что это был самый вкусный обед, который когда-либо готовили рыбаки. Никогда у Иисуса нет плохой пищи. Она всегда соответствует всем тем поварским нормам или порциям, которые когда-либо существовали. И тогда, когда у Петра сытый желудок, Петр слышит слова: «Паси овец моих», и он воспринимает это поручение уже не с самоправедностью, которая была раньше в Петре. Перемена произошла в момент плача. Вот этот Петр, самоправедный, умер, и родился другой Петр, который теперь других будет кормить. Много раз он их кормил рыбой, но в этот раз выполнятся те слова Иисуса, что отныне вы не будете рыбаками, а вы будете ловцами людей для моего царствия, где я буду царем, где я буду управлять этой душой, где я буду направлять их. И посмотрите на 17 стих. Говорит ему в третий раз: «Симон Симеоны, любишь ли ты меня?» Петр огорчился, потому что он в третий раз сказал ему: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя».
Иисус говорит ему: «Пасись овец моих», подтверждая прежнюю фразу «паси овец моих», удостоверяет Петру, что твоя обязанность не прекратится, а с тем, чтобы из рыбаков перейти в пастухи, который должен знать, кому нужна какая пища. И это последние слова. Я прочитаю из 2 послания Петра, 3 главы, 18 стих. Он говорит: «Возрастайте в благодати, в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и вечно». Что подвигло Петра сказать эти слова тем овцам, которые следовали за ним из различных областей того мира, которые последовали за Господом? Он говорит: не оставайтесь на вашем уровне, стремитесь вверх к Господу, который имеет силу для того, чтобы изменить ваш характер, изменить ваше мышление, изменить ваше направление и из тех, кем вы были по натуре, сделать вас те, которые угодны Ему. Вот почему каждому из нас это следует взять во внимание, чтобы перемена, которая произошла в каждом из людей, которые встречались с Иисусом, будь то мы знаем их имя, будь то мы не знаем их имени, но перемена, скажем, в женщине, которая подошла к Иисусу сзади и коснулась края одежды, мы не знаем ее имени. Но мы знаем, что тот же взгляд, который смотрел на Петра, посмотрел на нее, и написано, что добродетельная сила вышла из Иисуса. Я не думаю, что эта женщина оставалась той же, которой она была раньше, чтобы идти к докторам, чтобы тратить свое имущество бесполезно, и чтобы в конце концов остаться без ничего. Я думаю, что такой же взгляд встретил других людей, которые встречались с Иисусом. Никодима, или Закхея, или кого-то еще, чьи имена мы знаем. И перемена в их жизни была явной, когда весь город или вся там местность узнавала о тех поступках, и знаем об этом мы сегодня. Вот это и пожелание евангелиста Марка, который описывает нам этот пример. Чтобы то, что мы делали раньше опрометчиво, самоуверенно, самоправедно, надеясь на свои силы, на свою греховную природу, перестало больше действовать. И с момента, когда мы встречаемся с Иисусом, новое направление и новая цель были в нашей жизни следованием за Ним. Чтобы другие люди, увидев это, могли сказать: это тот человек, который был с Иисусом. Может быть, даже не очень сильно приглядываясь к нам, поскольку они будут видеть нас часто с трактатами на улице, с свидетельством на остановке, или в магазине, или в троллейбусе, или в школе, или на работе, или где бы мы ни оказались. Это должно быть нашей целью в жизни, как было или как стало жизнью и целью апостола. Стесняется. Посмотрите в 4 главе, тогда, когда приходят к нему для того, чтобы спросить какие-то вещи у него. Я начну читать с 13 стиха. 4 главы. Когда же они увидели смелость Петра и Иоанна, этот Петр больше не страшится за свою жизнь. Он больше не прячется, не удаляется от Иисуса в конец двора. И поняли, что они люди не ученые, не следующие. Они удивлялись и узнавали их, что они были с Иисусом. Теперь Петр не будет отрекаться. Он не будет говорить: я не знаю, о чем ты говоришь. Он будет тем, который
ответит и сказал, 19 стих я прочитаю. На Петр и Иоанн ответили и сказали, правильно ли быть в глазах Бога, слушать вас больше, чем Бога? Судите вы, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Посмотрите, они пытаются им пригрозить. Так как, когда они пригрозили им еще, они отпустили их. И не находя ничего, как наказать их из-за народа, потому что все прославляли Бога за то, что было сделано. Чуть позже они их снова возьмут под стражу. И снова будут угрожать им. И снова будут пресекать их деятельность. Но их нельзя остановить. Почему? Потому что это то, что мы видели и слышали. И мы были очевидцами. Мы не можем отречься от того, что пережили. Я прочитаю 31 стих 4 главы. И когда они помолились, сотряслось место, где они были собраны вместе, и все наполнились Духом Святым и говорили Слово Божье со смелостью. И многие из тех, кто поверили, были одного сердца и одной души. Никто из них не говорил что-нибудь из того, чем... Никто из них не говорил, что что-нибудь из того, чем он владел, было его собственным. Но все у них было общее. И с великой силой давали апостолы свидетельство о воскресении Господа Иисуса. И великая благодать была на всех них. Вот таких результатов, как в первой церкви, Бог ожидает и от нас сегодня. Бог не изменился. Его благодать осталась той же силой. Способности Он те же нам дает. Написано, что нет человека без того, чтобы Бог дал ему какой-то дар. И если мы это прячем, или мы это не желаем использовать, мы будем в ответе перед Богом. Будем как Петр, а смелыми, которых вера не осудевает, а возвещать о Господе, чтобы многие другие могли принять и прославлять Его. Давайте мы встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты оставил нам этот чудесный пример из жизни Петра, а тогда, когда мы можем взять из него все полезное для того, чтобы не повторялось это в нашей жизни, не тратить время на ошибки. Благослови каждого из нас особенным временем общения с Тобой, чтобы, приближаясь к Тебе каждый день нашей жизни, находить время для свидетельства, для того, чтобы возрастать в благодати, чтобы не оставаться на том уровне, в котором мы были вчера. Благослови тех, кого нет среди нас, а тем же желанием, чтобы мы могли передать по телефону или при встрече, продолжать расти, продолжать приближаться к Тебе, продолжать следовать Твоим путем, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Еще я могу вот это предложить, пока не забыл. И четверг мы ждем вас снова для того, чтобы вы могли рассказать, что получилось у вас на этой неделе. Когда вы хотели читать Библию, может быть, звонил телефон, а когда вы стали на молитву, кто-то стучал в дверь, а когда вы хотели свидетельствовать, кто-то вмешался в ваш разговор, или еще не знаю чего, для того, чтобы мы могли поддерживать друг друга и преодолевать эти препятствия вместе, для того, чтобы имя Господа было возвеличено и прославлено. Передавайте то, что вы слышали, то, что вы поняли, тем, кого вы встретите по дороге домой, или по соседству с вами, или при встрече, для того, чтобы это время было плодотворное и для них. И они могли задуматься над целью своей жизни. И мне очень нравится вопрос, с которого брат Пол начинает любую беседу. Где будет твоя душа, когда умрет твое тело? И вы увидите много разных мыслей, которые будоражат людей. Но
ответа или мира в сердце не дают им. Поэтому вы являетесь инструментом этого мира, который может удовлетворить, может утешить, может ободрить, а те души, которые блуждают в этом мире и не знают, куда направляются. Брат Лука, давай вам просим тебя помолиться. Дорогой наш Небесный Отец, благодарю Тебя, что мы были в церкви сегодня. Благодарим за тех, которые приложили усилия, чтобы быть здесь. И помоги тем, которые плохо себя чувствовали и не могли быть в церкви сегодня. И благослови тех, которые приют в Бельце. И пребывают там на служении. И продолжая быть с нами на остаток недели. И мы благодарим Тебя за Твои благословения. Во имя Иисуса молимся. Аминь. С миром Божьим практикуйте то, что вы поняли сегодня в вашей жизни. Для того, чтобы ваш пример был полезен кому-то. Did you say Svetlana's yet over? Yeah.